камчатском бюджете 2018 перераспределены более 600 миллионов рублей. Эти деньги под конец года остались неизрасходованными, пояснили в краевом заксобрании. Депутаты поддержали поправки в бюджет, предложенные правительством региона. Перераспределили мы их, ну, в основном на то необходимое, на те социальные нужды. Это на оплату учителям, на повышенную оплату в соответствии с майскими указами. Большие средства, это порядка 565 миллионов, основные, пожалуй, направлены на компенсацию тарифов за коммунальные платежи вот нашему населению. Вот. Ну, также часть средств направлена на продолжение строительства детского сада. В целом, я считаю, что на те нужды, которые наиболее острые на сегодня, они были направлены. Утвердить бюджетные поправки депутатам предстоит на сессии во вторник.